Областное телевидение и Русфонд продолжают совместный благотворительный проект в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня мы расскажем о Насте Шувачевой. Ей 16 лет, и у нее врожденный порок сердца. Девочку спасет специальное устройство – окклюдер. Помочь Насте можно, отправив СМС со словом «дети» на номер 5541. Настя считает себя по-настоящему взрослой. Уехала из родного села и поступила в колледж. Но пришлось добровольно сдаться под контроль тети. Теперь с девушки буквально сдувают пылинки. Любые волнения ей строго запрещены. Росла обыкновенным ребенком, активная, веселая. Для меня это вообще был шок, если честно. Шок. Я даже, ну, не было таких предпосылок, даже не могла представить, что так вот может быть. Это порок сердца, врожденный. В мае Настя проходила плановый медосмотр перед поступлением в колледж. Страшный диагноз – врожденный порок сердца – врачи поставили девочке прямо в ее 16-й день рождения. И вместо праздника Настя оказалась в больнице. С этого момента ее жизнь изменилась. Я вообще, по идее, очень занималась спортом, очень много. И как бы не ощущала ничего. А вот после больницы, как бы, ну, может, начала замечать, что у меня появились там отдышки, вот это вот все. То, что и бывает, просто лежишь, вот спишь на одной стороне, получается, там же кровь-то сливается, получается, сердце начинает болеть. На последнем приеме девочки сказали, что болезнь прогрессирует и необходима операция. Свердловские врачи готовы выполнить ее, но требуется устройство – окклюдер. Это специальная заплата на сердце. Порок сердца у Насти опасен необратимыми изменениями. Чтобы предотвратить их, девочке необходимо в ближайшее время провести эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. Стоимость аппарата – 210 тысяч рублей. У родных Насти таких денег нет. Близкие девушки надеются на поддержку неравнодушных свердловчан. Помочь Насте можно, отправив СМС со словом «дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Обратите внимание, в ответ придет СМС с просьбой подтвердить оплату услуги. Если вы не выполните это требование, деньги не дойдут. Светлана Подкорытова, Александр Гамзяк. События ОТВ.